Всех приветствую, друзья! И, наконец-таки, я взял мастер Лигу в Apex Legends. Спустя 2 года, но если считать от второго сезона, то около года труда и реального пота против лучших игроков мира, без преувеличения, потому что я попадался со всеми предаторами, с которыми попасть там только можно было, со всеми мастерами. И в 8-м сезоне, наконец-то, я сделал это. Я взял мастера практически в соло, дошел до даймонда первого, и уже потом в дуо мы дошли до мастера. Но там была катка отдельно еще в соло, тоже на топ-1 причем. Там 202 поинта заработал. Вот. Я недоволен. Я недоволен тем, что они сделали так, что теперь мастер можно реально взять в соло легко относительно того, что было раньше. В 3-м сезоне, в 4-м, 5-м, 6-м и в 7-м сезоне было реально трудно. Сколько я не пытался, с кем я только не играл, там, с сильными игроками, все равно не получалось. Все равно поинты я зарабатывал, хоть я их все равно сливал. Выше алмаза триплу не получалось брать. И то в алмаз 3 я пробирался, потому что до него шла платина с алмаза 4. В 8-м сезоне сделали так, что подбор противников изменился, и теперь в Даймонде, ну в Алмазе, вы играете только против Алмаза. Платины нет, и мастера практически не встречаются. Я встретил всего пару раз за все время. А апал я около недели, прям серьезно. Последние дни 5 я апал, с Даймонда 4 до мастера. И вот сегодня, ну или вчера в 2 часа ночи, ну кто когда смотрит, у меня это наконец получилось. Но опять же, это не потому, что я стал сильнее играть, это не потому, что я стал больше уделять времени Apex, это не потому, что изменили там то, что дают больше поинтов, то, что ассист дольше действует. Это только подбор, я считаю. Может, все в совокупности, конечно, но мне кажется, что именно подбор противников определял сложность. Потому что сейчас реально ты попадаешься против одних алмазников, которые только преодолели платину. Они, ну, реально не сильно играют. Такие дела. И теперь мастер это не что-то особенное. Почему я так говорю? Потому что я зашел на один сайт со статистикой, и там показывает, что прямо сейчас уже есть около 0,6% мастеров, когда в прошлом и позапрошлых сезонах их было 0,2%. То есть сейчас уже в 3 раза больше мастеров, чем за все прошлые сезоны. А сейчас только начало сезона, прошло меньше трети сезона, и уже мастеров в 3 раза больше. Алмазников тоже больше, там уже в 1,5 раза, чем в прошлом сезоне. 4%, сейчас уже 5 с чем-то, даже 6. И теперь мастер это не что-то прям такое скилловое, но все равно это трудно, поверьте. Я долго поднимал, я много играл, целыми днями прям уделял этому время. Я выучил некоторые моменты, некоторые фишки, дропался на одну локацию. Ну, стиль игры я расскажу, какой у меня был. Я, скорее всего, после выхода этого видео сделаю отдельный видеоролик о том, как я брал мастера во всех тонкостях, фишках, там прям подробно все распишу. Видос получится долгий, ну минут 15, может больше, я не знаю, еще не начал. Вот, поэтому да. Ну а так, можете меня поздравить в комментариях, потому что я реально к этому шел очень долго, ребята, вы не представляете. Можно посмотреть на мою статистику. Столько киллов, смертей очень много, я знаю, можете порофлить с этого. Вот в этом сезоне как, 540 матчей, на самом деле много, там кто-то за 100 мог, за 200. Я за дольше. Я просто не сразу понял, как надо играть на алмазе, вот. Я играл там в команде, мы там играли агрессивно как-то. Я нашел свой стиль игры, который позволил мне взять мастера и не терять поинты просто так. 670 киллов, в прошлых сезонах побольше, хотя сейчас только середина сплита. Вот в 7-м сезоне только алмаз 3, выше не получалось, там, то, что там предаторы один. Шестой, так это. Шестой сезон, даймонд 4, 5-й даймонд 3. 4-й тоже. 3-й, самый первый мой алмаз тогда. Пытался взять предатора тогда еще, но не получалось, играл тоже в команде. А сейчас почти в соло, серьезно, типа, это не так сложно, как кажется, на первый взгляд, соло возможно. Попадаются, конечно, идиоты, да, бывают там вообще неадекватные люди. Даже попадались челы, которые специально руинили меня, но как бы они мне не помешали в этом. Нет, я все равно достиг своей цели.
Иногда попадаются очень классные челы, англоязычные, мы даже без общения понимали друг друга просто по ходу игры. Занимали топ-2, даже топ-1 иногда. Так что пробуйте, пробуйте, пробуйте. В дуо вот тоже брали, вполне несложно тоже. Вчера бы даже раньше взяли, там просто там что-то начало не получаться немножко, там сливать начали, вот. Такие дела. Отдельный видос выйдет по поводу того, как брать мастера в соло, в дуо, куда прыгать, как стреляться, с кем стреляться, как лучше сохранять поинты, с каким оружием бегать, на каких легендах. Все это будет в отдельном видосе подробном. Наверное, завтра. Сегодня уже не успеваю. Вот. А так, можете меня опять поздравить. Благодарю вас за просмотр. И я наконец-то мастер, да? Может, буду теперь почаще стримить даже, если вы будете смотреть, как мы будем играть на мастере против предаторов. Можно предатора попробовать взять. Там 1012-13 надо, правда, очков уже. Но я буду пробовать обязательно. Но надо сейчас другим помочь взять мастера. Вот. Ну а с вами был я, Сумрак. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите видос про то, как брать мастера. И поверьте, у вас это, скорее всего, получится. Просто надо неплохо стрелять и понимать игру. Ничего сложного, действительно. В этом сезоне это реально самый легкий сезон. Типа, мне кажется, в следующем сезоне это понерфят. Типа, сделают мастер с таким же сложным, как был раньше. Потому что реально, поверьте, в этом сезоне мастеров будет очень много. Я вам это гарантирую. Всем удачи и обязательно увидимся с вами. Покеда!